крупнейшая версия, которую разработал Московский вертолетный завод имени Михаила Леонидовича Мира. Выпускается на заводе крупный уходящий Болден вертолеты России. Именно вертолеты России продолжают свой воздушный спектакль. Вы посмотрите, как эта машина тяжелейшая ворвалась в зону пилотажа нашего аэродрома. Все не так просто. Все дело в экипаже. Но вот как Ми-26, с какой массой, с какими габаритами может выполнять такие фигуры с кренами до 40 метров, с тангажами, углами атаки, куда ними фактически истребительными. А все объясняется просто. У нас сегодня этой машиной пилотирует, сокращен уже в этой версии, до 2 человек. Но какие это 2 человека? Как у нас говорят, в правой и в левой чашке сидят 2 выдающихся летчика. Это оба герои Российской Федерации. Можете себе представить? 2 героя России управляют одним этим вертолетом. Заслуженный летчик-испытатель Александр Михайлович Климов и Сергей Владимирович Маслов. Аплодисменты героям! Маслов работал на вертолете Ми-24, Александр Михайлович Климов на Ми-8. И те, и другие вытаскивали буквально с того света сотни мальчишек, если не тысячи наших советских солдат. И вот сегодня, вот на этой глубоко мирной машине, они выполняют вот такие военные маневры. Давайте поаплодируем героям Российской Федерации Александра Климова и Сергея Маслова. И, конечно же, международного класса. А вот планером у нас управляет заслуженный мастер спорта. Мастер спорта международного класса. Есть отцепка? Посмотрите, какое счастье. Специально вот такая дырка образовалась у нас в области. Позволит нашему замечательному планеру показать все, на что он способен. Итак, в воздухе многократный абсолютный чемпион мира Георгий Каминский. Давайте мы приветствуем нашего заслуженного пилота, который вам продемонстрирует возможности летательного аппарата без мотора. Вот 3/4 петли.
такой полет в его правильном аэродинамическом понимании. Есть только летчик, и вот за плечами у него крылья. Никакого двигателя, никакого...